Всем привет! Сегодня обзор на агента Калуса из сериала «Повстанцы». Так, этот агент Калус у меня из фрегата, из повстанцев. Набор там с Асокой был. Вот. Вообще у меня их было два. Одного я продал. Так что, ну вот, приступим к Калусу. Вообще у него оружие есть, но я покажу мини-фигурку без оружия. Агент Калус, он как бы был плохим в сериале, мультсериале «Повстанцы», но потом стал хорошим, славным парнем, помогал повстанцам, был их агентом. Так, ну что по мини-фигурке? У него черные штанцы, черные руки, вот такой вот принт, имперское звание, ремень, вот такой шлем. Прикольные формы. Тут еще такие точки пропечатанные. Так вот сверху он выглядит. С той стороны. Сбоку. Такой вот Калус. Улыбается. И вот такой принт сзади. Еще есть версия прической, но у меня, к сожалению, такой нет. Так, ну давайте еще покажу его лицо. Упс. Вот такой вот Калус. Борода. Вот так улыбается, как Джокер. Также у него есть второе выражение лица. Тут он такой серьезный, угрюмый. Агент Калус. Хоба. Оп. Одеваем ему шлем. Шлем прикольной формы. Прикольная мини-фигурка. Мне она очень нравится. Где-то стоит сейчас она в районе 1000-800 рублей. Точнее 800-1000 рублей. Где-то 1200. Очень клевая мини-фигурка. Полный 3D имперских офицеров. Да и вообще мультсериал «Повстанцы». Вот так вот он прикольно смотрится. 4 вирса и Калус. Ну, по этому обзору все. Всем удачи, всем пока.